Для чего люди стремятся попасть в отношения? Ну, очень часто люди попадают в отношения, потому что на них действуют такие мощные бессознательные силы. Людям кажется или есть фантазия, что я выбираю потому что. А на самом деле есть очень мощный культурный код или культурная программа, которая требует, что пока ты не находишься в отношениях, ты неполноценный или неполноценная. Есть мощная семейная или родовая программа, что девушка должна выйти замуж, родить детей, что мальчик должен жениться, да, тоже родить детей, тогда он считается по-настоящему взрослым. Ну и, конечно, биология. Биология тоже имеет значение. Есть требования найти сексуального партнера. И люди действуют под влиянием этих бессознательных сил, создают, впадают в отношения, ну а потом мы получаем то, что получаем.